Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет светильник от производителя Teka Lighting. Это самая маленькая модель коллекции диаметром 26 сантиметров. Также есть еще одинарный подвес диаметром 50 сантиметров. Люстра на три плафона. Там плафоны такого же размера и напольный торшер. Этот каркас из тонких металлических прутьев. Черный цвет, это порошковая краска, то есть матовое покрытие. Плафон из дымчатого стекла, диаметр плафона 17 сантиметров. Патрон Е27 из термостойкой пластмассы, максимально допустимая мощность потребления лампы 60 Вт. Лампочка приобретается отдельно. Я установил лампу Эдисона в форме шара. Но, в принципе, в данном случае, я считаю, не обязательно это должна быть именно лампа Эдисона в какой-то декоративной красивой колбе. Это может быть любая лампа, но главное в прозрачной колбе. Конкретно эта лампа диаметром 95 мм, а максимальная сюда помещается диаметр 100 мм лампы. Включенным выглядит он вот так. Ну, такая лампа, конечно, смотрится красиво, но здесь просто нужно будет определиться, что для вас важнее. То есть декоративность или все-таки освещение. Освещать будет ровно настолько, насколько мощную лампу вы установите, так как свет, в принципе, свободно рассеивается. Высота максимальная 105 сантиметров. Минимальная может быть она 35 сантиметров, крепится с помощью монтажной планки, диаметр потолочной чаши 10 сантиметров. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.